Ну и теперь будем знать, что победа над Воронежским Бураном посвящена Алёше Каратаеву. Я думаю, если бы он увидел эту игру, то остался бы рад на все 100%. Хотя, конечно же, где-то нам не хватило радости гола в полной степени. Лишь одну шайбу мы с вами увидели, да, но все-таки важен итоговый результат. 2 очка тюменцы себе заносят в актив. Действительно, как отметил Алексей Геннадьевич, было очень много эпизодов во второй 20 минутке. Да и в третьем, в принципе, периоде у Рубина возможностей было не меньше. В стартовом отрезке тоже очень много бросков Александр Хомутов отразил. Но все-таки единственный гол мы с вами увидели в исполнении тюменцев в большинстве. Сделал это Денис Ячменев. Символично, что его 100-я шайба за Рубин стала победной в этом матче, стала единственной. Вот сколько здесь ситуаций было, да, действительно, как пластался Александр Хомутов. Он сегодня сделал все, чтобы его команда, ну, хотя бы один турнирный балл зацепила. Не удалось, не удалось. Из-за бывшего партнера Александра Хомутова по команде Дениса Ячменева. Перекладины спасали ворота Хомутова штанги. Он сам был в полном порядке. Молодой Егор Брютов, мы видим, не тушевался атаковать ворота соперника. Много щелчков было по воротам гостей. В том числе от Егора Кунгурцева. Но вот вылазки Бурана на чужую половину. Дважды в течение 1 минуты ликвидировал выходы 1-1 Игорь Фиала. Эпизод под номером 1 мы с вами видели только что. Вот это второй случай, где Алексей Шантыка не сумел переиграть стражу тюменских ворот. Да, и, кстати, поздравляем Игоря Фиала. Второй его сухарь в сезоне. Он по этому показателю подтягивается к Егору Назарову. У Егора, напомню, 4 сухаря. 2 в активе теперь стало Игоря Фиала. Александр Комаристый, ну, уж не в обиду сказано форварду, но в этом матче, наверное, чемпион мира по нереализованным моментам. Ну, бывает такое, бывает. Александр Комаристов свои шайбы еще непременно забросит. И уже он очень много важных шайб за Рубин провел. Так что главное, что сегодня все его нереализованные моменты не отразились на количестве набранных очков. Ну вот единственная шайба Дениса Ячменева, который сумел таки, я не знаю, там зарыть ее под Александра Хомутова, найти эту лазейку. Ну а затем то же самое сделал Егор Попов, но арбитры посчитали, что вот в этом эпизоде Антон Рехтин ногой шайбу добивал ворота, и гол отменили. Эпизоды третьей 20 минутки тоже не оставим без внимания. Тем более, что моменты вкусные, аппетитные нам хоккеисты дарили завидной регулярностью. Но снова у нас вратари вышли на авансцену. Александр Хомутов и Игорь Фиала сегодня, безусловно, друг друга стоили на все 100%. Ну и вот, наверное, самый опасный, да, момент в третьей 20 минутке. Один из двух, наверное, самых опасных моментов в третьей 20 минутке в исполнении гостей. Здесь успевает просто расстелиться вдоль и поперек Фиала, но шайбу за свою спину не пускает. Большинство тюменского клуба на последних мгновениях встречи не получилось реализовать. Снова Хомутов выступил в качестве непробиваемой стены. Ну и напоследок Комаристый после передачи Кравченко отправил шайбу выше Воронежских ворот.